Ой, здрасте. Ой, девочки, мальчики, там какая-то тирада прям идет. Ну, я там в один чат зашел, короче говоря, ребят. Вот. Вики, господи, шляпка хорошая, да. Ой, ей 1000 лет, наверное. Давно не одевал. Мама дорогая. Там дискуссия, короче, идет в этом ВК. Ну, сеть такая. ВКонтакте, то есть. Ой. Короче, рассказываю, девочки, мальчики. Потерялось два ребенка. Два ребенка потерялось. Пишут. То есть, ну, одному 8, другому 10, да? Если вот смотрите, девочки, мальчики, зачем отпускать ребенка? Я просто там написал. Зачем отпускать детей одних на улицу? Ну, я имею в виду это в городе, да? Ну, ребенку 8-10 лет, да? И это отпустили. Идите гуляйте! Господи. В городе бегают и тети плохие, и дяди плохие. Заберут. Ну, так. А потом сидят, плакают. Ой, ребеночек потерялся. Ой-ой-ой. Плаки-плаки. Почему я не на мордулаке? Ага, ёперный театр. А потом плакают, что с ребенком случилось. И ищут. День ищут, два ищут. Так, ёлки-палки. Зачем отпускать ребенка? Пусть сидит вместе с вами. Ой, я на работе. На работе. Закрой ребенка, если ты на работе. И пусть сидит. Учит Пушкина. Или там какое-нибудь стихотворение учит. Ну, ребенок учит, должен учить уже все это. Ну, понимаете? Я же, конечно, не такой, как это, да? Да, я папаша, дедуля, строгий. Не дай бог, елки-палки, Пушкина не выучишь. Или там Тургенева. Ну, ну да. Как это? Где же няня? Где же кружка? Я пил бы чай. Одиноко. Ладно, девочки, мальчики, то я в демагогию там ступлял. Да. Всем хорошего настроения. Привет, друзья мои. Сейчас мы с вами... Ну, кончилось у меня кофе. Это как растворимое. А есть у меня такое кофе натуральное. А, так вот, короче говоря. Сейчас хочу заварить. Ну, сварить. Все, девочки, мальчики, не хватит. Как раз на кружку. Да, девчонки, мальчишки, сейчас водой залью, поставим. Да, залью, поставлю. И делаем с вами. Включаем. Да? Я это тоже. Это залью. А погода у нас вообще чики-пики называется. Фигня фигнёю. Угу. Смотрите, кстати. Ой, целую ночь шел дождь. Короче, вот так вот. Сейчас мы заварим себе кофе. Ну, сварим, как всегда, по-турецки. На углях. Все. Увидите скоро. Да, сейчас закипит немножечко. Побежит пеночка, появится. И все.
как у вас дела, чем вы занимаетесь. А это так, это я для этого антуража поставил. Да. Сейчас мы с вами кофеёк быстренько попьем. Да. Вот так вот. Сейчас кофе будем пить. Короче, вот так вот. Погода испортилась вообще. Сейчас, ничего же. Короче, кофе у меня вот такой. А! Кофе вот такой, короче, у меня. Разолил бы я. Вот, маним. Да. Разолил. Ну, как поганец. Ага. Да, сейчас это. Кофеёку. Ещё, блин, не пить надо. Всем доброе утро. Это вторая часть. Сейчас вытерем. Попьем на вот. Холодно сегодня. Где-то градусов 6, наверное, тепла только. А может быть 8. Ну как-то так. Ну не знаю, у кого там жарко. Он не жарко. Попьем. Не, просто так пью. Закипели девки самовары, девки замуж захотели, на-на-на-на-на-на-на-на. Да, девочки, мальчики, все нормально. Мне даже... Ой, что я за человек, да? Да. Как-то так. В частном доме, конечно, было бы это прикольно. Да. Да, мама? Вон, видишь, королева пришла. Вот так вот. Утро начинается. Имбиря сюда добавить, а не уселась. Хочу пойти погулять. Кстати, ребят, подписывайтесь. Я хочу тут вот в ТикТоке сделать прямой эфир. Девочки, мальчики, такой вкусный кофе. Я давно такой не пил. Самоделочный. Как-то так, девочки, мальчики. Всем вам приятного аппетита и кофеепития. Удачи вам. Короче говоря, добрый день, девочки, мальчики. Смотрите, как у нас именно красиво. Да, девочки, мальчики, утро. В городе утро. Так а кого там утро? Неужели это день, первый час? Цветочки, кофеёк, облачка.
смотрите, какие цветочки у меня. И я кофе пью. Ой, ребят. Прям красота. Неимоверная. И кофеёк из черной-черной кружки. Ой, ребят. Небо. Птички летают. Запах потрясающий кофе. Вон моя петунья. Как-то так вот живем. Потихоньку живем. Тая моя, тая моя. Шикарно, ребятки, шикарно. Уже со школы идут, да? Первый класс, наверное. Красота, да? Хорошо, хорошо. На-на-на-на-на-на. Вот прям, вот знаете, прям хорошо. Замечательно. Я что-то подумал. Что-то подумал, девочки, мальчики. Не пойти ли мне погулять? Тоже. Блин. Я пока проснулся, так знаете, это... Да, второй день начнется. Ага, девочки, мальчики. Ой. Ночью холодно. Одеяло так под двумя спал. Ну, ладно. Всем удачи вам, добра и позитива вам. Будьте здоровы.